Анапе холодно, дождливо, 6 градусов тепла. Мы с Таечкой погуляли, окно черное, девочки, черное, грязное окно, вообще грязное, грязнущее. Когда мыть, не знаю, потому что уж очень холодно, вообще даже открывать не хочется. Так, чем я сегодня завтракаю и обедаю, девочки? Значит, это у меня форель на пару. Это вот бульон, девочки, это с форели. Представляете, какая жирненькая форель. Ничего не добавляла, просто вот на сковородочку чуть-чуть водички и положила 2 филейки. Прям в магазине попросила, в рыбном магазине. Такая семья хорошая, работает муж с женой. Вот, переехали недавно в Анапу. Открыли рыбный магазинчик, у них прямо шикарная рыба. И все, я прошу их, они мне просто ее чистят, разделывают сразу на 2 филейки. Вот я 2 филейки положила на сковородочку, поперчила, посолила, девочки, все. И причем посолила совсем мало, без соли. И огромная тарелка салата. Значит, здесь у меня огурец, редиска. Девочки, редиски не могу налопаться. Вкуснятина редиска. Вот, плотная, сочная, прям обалденно сладкая. Вот, редис, лук, петрушка, укроп. Так, что-то еще, девочки, есть. Помидор, помидорка. Помидоры очень хорошие купила в этот раз на базаре. И лаваш, девочки. Вот, ну лаваш не весь, просто я его разломала, это что, такой тоненький. Это вот у меня до 6 вечера. В 6 вечера я поужинаю, и все. У меня немножко время, девочки, время немножко сдвинулось, потому что, видимо, Тедди с Масей переходит на режим. На режим, видите, 10-12, я только сажусь завтракать и обедать. А обычно садилась в 11-12, в час. Вот, сдвинулся, но мы и спать начали ложиться пораньше. И я теперь после 6 вообще не ем, девочки, вообще не ем. Вот вчера прямо вот легла уже, да, время было 22. Девчонки, есть хочу, честно говорю, хочу есть. Но я переборола себя и просто, девочки, заснула. Все, не пошла, специально не пошла и все. Но уж если сильно хотите, вот у меня курага лежит, да, ну 2 кураги можно съесть. Все, девочки, голод моментально исчезает. И самое интересное, что вы утром встаете, вот, но нет такого чувства, что прямо, знаете, это, что вы голодные, девочки, вот с вечера не поели, и вы голодные. Нет такого чувства, честно говорю. Все, я спокойно пошла с Тедди гулять, и сейчас пью воду. Налила немножко горячей воды, она остывает, я пью ее. Полкружечки. И минут через 10 сяду завтракать, обедать. Так что, девочки, вот такие дела. Тедди нюхается. Он тоже сел на интервальное голодание, похоже. Тоже. И Мася. У Маси сухой корм, она его ест. Вода всегда у них чистенькая, свеженькая. Вот. А Тедди отказывается от сухариков. А сухарики кушать обязательно надо. Врач сказал, что обязательно, чтобы мозги работали у собаки. Чтобы собачка слушалась маму, нужно хотя бы 1 раз в день кушать сухарики. Не хочет, девочки, не хочет. Я вчера отварила мясо, говядинку, кусочек говядинки отварила. Мне пришлось вечером ему дать, он с удовольствием счамкал. И я теперь думаю, ладно, не буду никакие банки ему покупать, наверное, буду покупать говядину. Я сейчас сюда рис, морковочки немножко ему положу, в общем, и сварю ему кашу. Пусть ждет, сидит, пусть ждет. Раз не хочет сухарики, пусть ждет, мальчик сидит. Все, пусть ждет. А что, Мася? Маси китикету нету. Есть китикет в желе, ты желе не хочешь. Последнюю пачку хочешь дам? Давай дам последнюю пачку, может будешь. Давай, может будешь. Чем появится на глазу и такси? Девочки, у него такая ревность. Я Масю беру на ручки, Мася лежит прямо на плече. У меня вцепится мертвой хваткой, мурлычет и все. И я не делать ничего не дает. Я прямо с ней наклоняюсь, девочки. Я с ней раздеваюсь, я с ней... Она лежит прямо мертво. А он что делает? Прыгает. Моя мама моя, да, Тедди? Мама только моя. И Масина. Мася тоже любимая. Я Масечку тоже люблю сильно. А, те мои мартышки. Одна женщина там написала, у вас любовь к животным заменила вам любовь. Вас не любят дети. Вот, никто вас не любит. Любовь к животным вы заменяете. Вот, заменяю, да, заменяю любовь животным. Думаю, наверное, питомник открыть надо. Наверное, буду собирать ходить. Всех кошек кормлю, хожу. В общем, девочки, вот такие дела. Все, Мася не стала китикет лопать. Ой, девочки, какой стоит аромат от этих. Хотела сказать, гиацинтов. обалденно, обалденный аромат стоит. Я, кстати, было холодно, был дождь, и женщина стояла, продавала. Ну, мой муж моего возраста, женщина продавала, стояла. У нее 3 букетика. 2 у нее были в руках, и 1 букетик рядом стоял клоун, мужчина в образе клоуна. Вот. И стоял, значит, а погода до этого была 2 дня, прямо тепло было. И он, видимо, там подрабатывает на площади, на театральной площади в Анапе. Подрабатывал, видимо. Ну, взрослый мужчина. Ну, знаете, лет, может, 45. Одел костюм клоуна и вот дурака валяет. Схватил у нее 1 букетик. И мне говорит, покупайте, покупайте. Мне ее что-то так жалко стало, эту женщину, потому что я вижу, что он ей надоел уже. Ей как бы неудобно от него отвязаться. Я говорю, а сколько букетик? А она говорит, значит, 100 рублей букетик. Она говорит, 100 рублей букетик. Я говорю, ну давайте я вас куплю 3 букетика. Думаю, поставлю, тут хорошо будет. Аромат такой стоять будет по квартире. 3 букетика. Я заплатила ей 300 рублей. 2 букетика забираю. А он мне букет не отдает, этот клоун. Не отдает букет. Вот, и это... Подарите мне, подарите мне. Знаете, так противно стало. Я без задней мысли, я даже не стала спорить, что я заплатила, там не заплатила, мне вообще все равно. Оно взял и взял, он так за грудь, за пазуху так засунул. За пазуху засунул. И все, и пошел. На другую сторону улицы пошел. Я думаю, боже мой, какие мелочные мужики. Мелочные девочки. Я вот никогда не спорю, там мне это надо, значит, ему нужнее. Нужнее, важнее. И пошел к другим приставать. Женщина идут с детьми, там он. Какие-то у него еще шары там надутые в руке. Он давай приставать, и давай. И этот же букет продал за 100 рублей. Мой букет продался 100 рублей. Ой, ну это вообще дурдом какой-то. Ну купите цветочки, купите цветочки. И мужчина, молодой мужчина, девушке своей купил. Представляете? Ну вот жизнь такая бывает. Видимо, знаете, жизнь заставляет крутиться, вертеться. Ай, не могу. Девочки, в общем, лаваш. И салатик. Салата много. Если до 6 до 7 вечера, то я стараюсь целый день салат ем и еще на ночь. Ну как целый день ем? Вот сейчас ем. Сейчас опять скажут, целый день ест. Вот сейчас завтракаю, время 11, пол 11. Сейчас завтракаю и обедаю. Потом днем, если вдруг я захочу перекусить, потому что можно... Мне можно целый день до 6 есть все, что хочешь. Могу перекусить. И вечером большую тарелку салата. На 6 вечера большую тарелку салата. Также можно томатный суп, девочки. Очень хорошо. Просто обалденный. Единственное, что этот салат... где много травы. Надо под него готовить соус обязательно. Ну, какой-нибудь вкусный, девочки. Я не готовлю, я просто заправляю майонезом. Мне пофигу. Очень вкусно. Очень. Особенно, когда свежие. А какой бульон в рыбе? Сногсшибательный. А еще продавец мне говорит, вы хребет заберете с головой от рыбы? Ну, когда чистил мне форель. Я говорю, нет. Заберите, сварите уху или бульончик. А я просто не знала, что свежая форель вот такой вот дает аромат. И вот такой шикарный бульон у нее. Видите, какой, девочки? В следующий раз рыбку будут разделывать, если хребет буду забирать. И с удовольствием бы поела. Я обожаю уху. Девочки, обожаю. Просто. Так, все, сегодня занимаемся делами. Сегодня глажка будет, наверное. Но только я не знаю, как она будет выглядеть, моя глажка. Потому что мне надо прогладить вещи, а гладильной доски нет. Ну, что-нибудь придумаю, девочки. На столе я 100 лет уже не гладила. За последние, наверное, 30 лет на столе не гладила. Может, даже больше. Вот такие дела. Девочки, я салат вот ем всегда так. Я никогда его не размешиваю. Я почему-то подгребаю все время, девочки. Вот там у меня нетронутое все остается. Вот мне не надо, чтобы он пропитывался весь. Вот я почему-то подгребаю. Как едите вы? К рыбе так и не притрагиваюсь, девочки, ем салат. Прям не могу наесться зелени, салата, это вообще. Ну, что ты ворчишь? Ну, что ты? Ну, нельзя ворчать, ты, Эдик. Перестань. Фу. Девочки, сварила Тедди кашу. Вот такая она получается. Вот такая каша. Много говядины. Он уже этот магазин знает. Он уже знает этот магазин. Мы каждый вечер гуляем. И там мясной магазин. Он прямо туда уже все заходит. Девочки, всегда ржете надо мной. Да, заходит уже все. Там и яйца продает молодой парень. Мясо у него всякое. Смотрите, какая каша шикарная. Я ему сейчас наложила, он слопал целую тарелку. Сок я, девочки, так и не открывала. Все, вот как я покушала в 11 часов. Время уже 5 час. И я есть еще не хочу. И думаю, мне, знаете, наверное, надо сходить за вешалками, что ли. Кушай, кушай, сыночка. Кушай, мой мальчик, кушай. Кушай, вкуснятинка, кушай. Нет? Не хочешь? Не хочешь? Не будешь? А почему? А почему Тедечка не хочет? Он спал сейчас. Я начала монтировать видео, и там он услышал свой лай. И все. Его это... Девочки, он так аккуратно кушает. Он никогда не набрасывается на еду. Кушает очень-очень аккуратненько всегда. Ой, вкусно как. Ой, мяско с рисом. Вкусно, вкусно. В общем, как поросеночек. Как поросюшка мой. И все, и там залаял, и услышал себя. Девочки, это обзорчик надо делать. Я погладила сейчас все. Погладила. Просто расстелила, даже не стала покрывала. Просто расстелила простынь. И здесь гладила на кровати. Вот костюм. В общем, вот такие дела. Так, ну что? Окна грязнущие. Ира дала номер телефона мне, девочек, которые это, ну, которые клинингом занимаются. Ну, мне что-то жалко их, такой холод, чтобы девчонки простывали. Чего уж, прямо, знаете, это все разбросано, девочки, все. Смотрите. Что у меня творится? Это вообще, что творится у меня? Куртки, дожди же, вчера, позавчера шли дожди. Я приходила, куртку в стиралку, потом их вешала. Но в это вечером уже ходила. Уже на стремянку просто вешаю или вот так вот, чтобы сохли. Тут у меня постиралось. Что-то горит какой-то значок. А, костюм. Костюм постирался. Сейчас посмотрю, повешу костюм. О, девочки, ну все, пока-пока.